Это у нас суп из крошки. Ой, как вкусно пахнет. Блин, девочки, это очень вкусно. Я это проглотила. Это не пропаганда. Глотать нельзя. Но это нереально вкусно. Все, сейчас меня хейтеры, хутеры запинают. Не, не глотаю. Ну, первые две ложки просто ушли из меня. Знаете, что самое интересное? Вкус кавома не так вкусен, как вот такие крошки в теплой водичке. Гурман. Это гурман здесь.